Жемчужина России на Большой реке. Мощный промышленный, культурный и образовательный центр. У Самары огромный потенциал для сотрудничества, уверены иностранные гости. Посол Республики Бенин Габриэль Качофа предложил расширить сотрудничество. Промышленность, экология, культура – особенно интересна сфера образования. Самарские вузы стали настоящей кузницей кадров для студентов из Африки. Здесь получили образование многие высококлассные специалисты Южного континента. Полномочный посол Бенина предложил Самаре стать городом-партнером с одним из городов республики. Мы заинтересованы. Я как посол своей страны, человек, который много лет живет здесь, который знает практически весь потенциал, и Российской Федерации, потенциал каждого города. Я очень заинтересован, чтобы мы между и Самарой и, может быть, не Бенином в целом, да, найдем какой-то город, я даже догадываюсь, какой, чтобы мы установили какие-то отношения. Городские власти идею усиления сотрудничества с Республикой Бенин поддерживают. Наиболее эффективным сотрудничество, оно является на уровне городов, по крайней мере, это начало дальнейшего такого большого сотрудничества во многих сферах. Поэтому было бы очень интересно, например, тоже обсудить, может быть, ваши предложения, ну, может быть, при следующей встрече. Посол Бенина предложил также организовать учебу по обмену для учеников школ Самары и Бенина. Чтобы подробно ознакомиться с возможностями африканской страны, Республику Бенин посетит самарская делегация, в которую войдут представители бизнес-сообщества и преподаватели. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, «События».